Ауру достроят в ноябре этого года. Новый торговый центр возводят на пересечении улиц Свободы и Победы. По площади, а это 120 тысяч метров квадратных, он станет одним из самых больших в городе. Шестиярусный комплекс будет отвечать всем современным требованиям. В нем планируется разместить подземную парковку, боулинг, восьмизальный кинотеатр, 200 магазинов. Сейчас строительство идет по графику. На объекте задействованы 1500 рабочих. Торговый центр – это полностью инвестиционный проект. Бюджетных вложений здесь нет. У нас обязательства с турецкой стороной, подписано соглашение. Мы должны построить Пушкина дорогу. Для того, чтобы у нас не было как раз транспортного коллапса, да, с вводом этого торгового центра. Ни один памятник культуры не пострадал. Там ведется ежедневный мониторинг за счет как бы средств инвестора. То же самое, да, всех памятников, которые находятся в ближайшей застройке. Поэтому здесь горожане могут быть спокойны. Инвестор помогает городу в обустройстве Бутусовского парка. Очень серьезно, как бы, да. Поэтому здесь как раз к вводу будет приурочено и парк Бутусовский, открытие.